такое бытие, которое второй раз появляется, как результат движения ничто. Поэтому мы получаем переход чистого ничто в бытие. А бытие уже переходило в чистое ничто. И оно уже теперь не будет чистое. Бытие просто переходит в ничто. Итого мы получаем движение исчезновения бытия в ничто, ничто в бытие. И вот это вот движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие называется становлением. Вот на прошлом занятии мы рассматривали становление. И обратили внимание всех на то, что заслуживает особого рассмотрения такие периоды истории, когда происходит становление какого-нибудь способа производства и, соответственно, становление соответствующей общественно-экономической формации. И вот мы выяснили, что таких ситуаций исторических совсем немного. Было становление первобытно-общинного коммунизма. Из чего? Из дикости, да? По существу. Потом было становление рабовладения, рабовладельческого строя. Но поскольку в становлении есть два противоположных движения, один переход бытия в ничто, а другой переход ничто в бытие, нельзя рассматривать становление только как возникновение. Надо в нем видеть и противоположную тенденцию. Поэтому все вот эти вот движения, переходы, это был мучительный довольно-таки процесс, в котором могли брать верх то одни силы, то другие силы, то одна тенденция берет верх, то другая. Хотя преобладающей тенденцией оказывалась тенденция возникновения. Почему? Потому что есть такой процесс, который развивается, ну, как бы постоянно в производительных силах. Все время растет умелость работников и все время совершенствуется орудие труда. И вот этот процесс неостановим. Что бы ни происходило, так сказать, на разных этажах общественного здания, что бы ни происходило в обществе, производительные силы продолжают развиваться. И они, скажем, когда они развились до того, что один человек может прокормить несколько человек, появилось рабовладение. Но это как оно появилось, так оно и пропадало, потому что рабы могли убить этого рабовладельца, когда еще не было рабовладельческого государства. Защиты рабов, рабовладельцев от рабов надежной не было, поэтому только тогда установился окончательно рабовладельческий строй, когда не только базис был такой, что вот с трудом рабов все создавалось, но когда возникло и государство рабовладельцев. Возникло оно тогда как демократия. И нас с того времени все время учат, что демократия – это власть большинства. Но самая первая демократия была властью меньшинства рабовладельцев, а большинство рабов, оно как бы не считалось, потому что рабы в это историческое время считались говорящими орудиями. И вот если мы с вами перенесемся в то время, то понятно, что если вот я являюсь вашим рабом, то я был вашим противником в какой-то войне племен, правда? И вы победили, поэтому если я еще живой, то я должен быть вам премного благодарен. И еще я премного благодарен развитию орудий труда, что если бы я мог создать только для себя, то меня бы тут же и закололи. А поскольку я могу создать продукты для себя и для вас, то есть смысл, так сказать, вам сразу меня не убивать, а пусть-ка я поработаю. И вроде бы как и мне хорошо, поскольку я остаюсь живым, и поэтому вот с известного этапа развития производительных сил, когда прибавочный продукт, то есть продукт сверх того, что потребляет работник, то есть раб, необходимый продукт, вот сверхнеобходимого продукта, когда он стал достаточным для того, чтобы обеспечить одного, двух и более людей. Сказать, что это изучено в истории, в исторической науке, не скажешь, то, что изучают вот рабовладение. Изучают первобытно-общинный коммунизм, изучают обстоятельно, изучают феодализм,
изучают капитализм, изучают коммунизм. Но вот эти вот переходы от одного способа производства к другому, который называется становление коммунизма, потом становление рабовладения, становление феодализма, становление капитализма и становление коммунизма – это плохо изученные периоды, во-первых. Во-вторых, само деление на эти формации тоже изучено очень слабо, потому что по какому критерию отличать одну общественно-экономическую формацию от другой? Вот, например, в экономике феодализма капитализм начинает развиваться без спроса со стороны государственной власти, просто, так сказать, естественным путем. Одни разоряются, становятся лишенными собственности, то есть свободными от чего? От всего, кроме своих рабочих рук, кроме своей рабочей силы. Понятие рабочей силы тоже. Это такая категория, очень важная, и поэтому она имеет свое определение. Рабочая сила – это способность к труду. Или труд в себе, если совсем уж коротко говорить. Труд в себе, то есть труд еще, который не развернулся. Вот этот товар продают и покупают при капитализме. Поэтому капитализм можно охарактеризовать как всеобщее товарное производство. Все стало товаром, в том числе и даже способность человека к труду превратилась в товар. У Маркса есть более развернутое определение рабочей силы. Это совокупность физических и духовных потенций, которые всякий раз пускаются в ход при производстве материальных благ. Совокупность физических и духовных потенций, которые пускаются в ход всякий раз при производстве материальных благ. И вот высвобожденные работники – это беглые крестьяне, разорившиеся ремесленники. Они представляют собой потенциально наемных работников. А те люди, которые владели сначала какими-то простой кооперацией, а потом владели уже мануфактурой, а мануфактура – это кооперация, основанная на разделении труда, которая позволяет уже некоторые процессы сделать настолько элементарными в силу того, что разделен труд, что их можно передавать машинам. И вот с этой мануфактуры начинается создание фабричного производства еще в недрах капитализма. И вот можно сказать, на основании большого исследования, которое Владимир Ильич Ленин провел в работе «Развитие капитализма в России». Эта работа написана была им, когда его отправили в ссылку, его продержали по делу о Союзе борьбы за освобождение рабочего класса в тюрьме один год, а потом отправили в ссылку, и он в этой ссылке, пока другие печалились, что они в ссылке, а Ленин не печалился, а за это время написал вот такой труд «Развитие капитализма в России». Причем ему посылали материалы родственники и знакомые, статистические в основном, прекрасные данные земской статистики, замечательные, которые фиксировали, какие у кого есть средства производства, сколько у кого какое богатство. Все это не только в стоимостном натуральном выражении и так далее. Поэтому он мог рассматривать, как меняется положение тех или иных представителей, слоев общества. И он в этой книге показал, что уже в конце XIX века и в городе, и в деревне развился капитализм в экономике. То есть формой ведения хозяйства стала решающей, основной. Не хозяйство основано на зависимом труде, на труде крепостных, а хозяйство, основанное на труде свободных работников, которые, между прочим, и получали больше, и потребляли больше, чем крепостные. Поэтому тяга к переселению в город, к тому, чтобы уйти с этой, от барина и перейти в наемные рабочие, была очень сильной. А когда у нас это вот буржуазное
отношения экономические в экономике сложились в 19 веке. А когда у нас произошла буржуазная революция? В 17 году, в феврале. Спрашивается, а что, собственно говоря, должна была сделать буржуазная революция, если уже в экономике была создана система производственных отношений капитализма? А вот что должна была сделать революция? Революция должна была лишить власти, политической власти, бывших помещиков. А помещики уже к этому времени были не вполне помещиками. Почему? Или наоборот, буквально стали помещиками. Можно и так сказать. Потому что помещик означает по месту. Это собственник вот этого места, земли. А если феодал, сказать, феод – это часть земля, мера земли. Поэтому крепостничество-то ликвидировали, сейчас освободили крестьян, как бы. Как бы, потому что у них отрезали все те участки земли, которые они использовали для ведения своего хозяйства. И они нормально его вести не могли. У них не хватало земли для ведения сельского хозяйства, не хватало пастбищ, не хватало леса, там, озер, прудов, которые они использовали, в том числе для ловли рыбы и так далее, и, скажем, грибов и ягод для сбора лесов. И поэтому получилось, что, с одной стороны, их освободили от крепостной зависимости, но у них стала зависимость другая. Они должны были платить за то, что они пользуются землей, которой раньше они пользовались, так сказать, на правах того, что они крепостные этого помещика. Теперь давайте за все платите денежки. Зашли сюда, в лес, платите деньги, зашли на... Хотите на пастбище корову пустить, платите денежки. Короче говоря, они как бы стали оброченными крестьянами в одночасье. А крестьяне оброченные как раз и на барщину не ходили, а платили. И землю они так и не получили. Буржуазия тоже никакой земли не получила, не в том смысле, что она, если она собирается построить предприятие, создать капиталистическое производство на какой-то земле, что надо сделать? Заплатить абсолютную ренту. Кому? Феодалу, помещику, он уже не крепостник, но он землевладелец. Землевладельцу надо заплатить деньги, а по определению земельной ренты – это экономическая реализация, экономическая форма реализации собственности на землю. Вот эту собственность на землю превращается в деньги очень просто. Это абсолютная рента. И, следовательно, получилось так, что феодалы, буржуа в России оказались не только политически господствующий, но и такой мощной экономической силы. Если вы хотите построить на моей земле предприятие, платите деньги за аренду. Моя земля, ваше предприятие, платите. Не хотите, до свидания. Короче говоря, против помещиков уже было настроено не только крестьянство, но и буржуазия как таковая. Но поскольку буржуазия боялась рабочего класса и боялась революции другой, пролетарской, она не способна была к тому, чтобы забрать землю у помещиков и разделить ее по едокам, что явилось бы вполне буржуазной мерой. Вот, как известно, эсеры, эсеровская партия собирала это все, все наказы крестьян, и, так сказать, составляла общий большой наказ, который включал две части. Первое – землю национализировать. И второе, разделить ее по едокам. Бессрочное, безвозмездное пользование передать крестьянам. По принципу, чем больше душ, тем больше земли. Чем меньше душ, тем меньше земли. Подушевой раздел. Вот смысл требований крестьянства, который ничего в себе социалистического не содержал. Насчет того, чтобы разделить, вот иногда изображают деятельность большевиков и представителей социалистических течений так, что вот, дескать, они хотят отнять и поделить. Это неправильно. Вот эсеры хотели отнять и поделить. Отнять и поделить между... Отнять у кого? Отнять у землевладельцев и поделить между трудящимися крестьянами. Это плохо или хорошо? Хорошо. Это социалистическая мера? Никоим образом, потому что те же большевики, тот же Ленин объяснял,
что как только вы разделите землю, начнется процесс передела земли, потому что богатства не будут экономическое, они не будут равными, потому что семьи по-разному формируются. В одних больше здоровых, так сказать, молодых мужчин будет, поскольку большинство родилось мальчиков. В других будет большинство девочек, одни выйдут замуж и тут не будут. И не будут вообще жить в этих семьях, и сил не хватит обработать эту землю, придется ее продавать или сдавать. А другие даже продавать ее как бы не свою, а как бы в пользование, передавать за деньги. А другие, и они все свое обработают, еще могут взять в аренду или прикупить. Короче говоря, процесс передела земли начал очень быстро развиваться, и к 28-му году он пришел к тому, что опять образовалось в крестьянской среде три класса. Это бедняки, то есть батраки. Батраки – это наемные сельскохозяйственные рабочие, раз. Это сельские буржуа, которые называются как? Кулаки. Кулаки. И так называемые середняки. Середняки – это, так сказать, так, вот, такое название, которое скрывает, в общем, содержание. Не столько раскрывает, сколько скрывает. Это мелкая буржуазия. Что значит мелкая буржуазия? Это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Это определение нужно, значит, записать и знать, потому что по устройству нашего общества, нынешнего, российского, у нас примерно такая же система и в городе, и вообще в России. Какая? Есть буржуазия. То есть капиталисты. Есть рабочий класс, пролетариат. И есть мелкая буржуазия, то есть мелкие хозяйчики, работающие на рынок. И вот эти мелкие хозяйчики, работающие на рынок, они по своему положению являются трудящимися, во-первых. Правильно? И в этом смысле они едины с рабочими. Они являются трудящимися, но трудятся они на рынок. То есть не то важно, что он делает, то важно, что он за это будет иметь. И каждый мелкий буржуа хочет стать настоящим буржуа. То есть его идеал, этого трудящегося, перестать быть трудящимся и стать эксплуататором. Поэтому в поведении мелкого буржуа смешивается и то, что характерно для любого трудящегося. А основная масса мелких буржуа, она перейдет со временем в какой класс? В рабочий класс. Разорится и упадет. Вот сколько уже у нас разговаривают, разговоры ведут сейчас, товарищ Медведев особенно рассказывает нам, что надо поддерживать мелкий бизнес, вы его все время поддерживаете. Кого надо поддерживать? Кто плохо стоит, правда? Вот кто плохо стоит, надо его постоянно поддерживать. Если они падают, зачем меня поддерживать? И вот все поддерживает, он все падает. И положение мелких буржуа все ухудшается, их все меньше и меньше и меньше. Если мы, скажем, в России несколько лет назад имели 30% государственного капитала, государственной собственности, на сегодняшний день 70%. А? По объему выпускаемого продукта. Ну как мерить? Мерить производство, экономику нужно по объему выпускаемого продукта, а не по тому, скажем, сколько там у него там в акциях записано. По объему выпускаемой продукции. Поэтому этот мелкий бизнес, естественно, и в тех условиях, и в этих условиях решающей роли не играл. Но в условиях империализма, когда есть монополистические цены, всегда они настолько высокие, что уже даже если вручную будешь делать, можно получать доход даже вручную, если вы будете изготавливать. Поэтому монопольный капитализм, монополистический капитализм опять подпитывает мелкую буржуазию, она существует, но она существует только вот за счет высоких монопольных цен. За счет нормальных цен она бы не могла просуществовать, разорилась. Но такие дикие цены, что при этих диких ценах мелкая буржуазия может существовать или воспроизводиться в том или ином объеме. И сейчас вот очень широко обсуждается в рамках, так сказать, дискуссии экономической, которой участвует и ее организует бывшее Министерство экономического развития, будем его считать имени Улюкаева. Вот это министерство все обсуждает
какая будет инфляция. И инфляция она планирует. Это министерство вместе с Центробанком, как известно, работающим в интересах иностранных государств, планирует в пределах 4%. То есть что планирует? Планирует, что все время отнимать будут у вас 4%. Это планируется. Не то, чтобы, дескать, мы старались, но у нас не получилось. Мы старались, вот, чтобы цены снижены были, но у нас не вышло. Извините, виноваты. Нет. Сейчас планируют, планируется. Больше никакого планирования нет. Есть только одно планирование – уложить инфляцию в твердое русло 4%, чтобы вас 4% от вашего дохода забирать ежегодно. И это очень успешно делается, поэтому вот сейчас опубликованы данные, согласно которым нынешние реальные доходы граждан России по отношению к доходам этих же граждан России в 2013 году составляет 90,5%. И заработные платы реальные, то есть выраженные в продуктах, которые можно купить на зарплату, а не в деньгах, в бумажках. Вот заработные платы составляют 92,5% по отношению к заработным платам 2013 года. Ну а куда же они уходят, эти деньги, которые изымаются? Что такое инфляция? Инфляция – это не повышение цен на все продукты. Инфляция – это повышение цен на все продукты, кроме товара, на все товары, кроме товара рабочей силы. Поэтому, как бы, если бы это просто было на все товары, ну какая разница? Больше цены, меньше цены – это все равно, что вы эти все пропорции и числитель и знаменатель умножили на одну и ту же величину, у вас ничего бы не изменилось. А дело-то в том, что инфляция – противоположность тому, что они думают, что это на все товары повышается. Не на все. На все товары, кроме товара рабочей силы. Если я капиталист, я куплю сырье по повышенной цене, да? И продам. Соответственно, заложу в издержки производства и продам по повышенной цене свою товарную продукцию. А рабочие в ходе инфляции только теряют, и все. Вот. Так что же нужно было сделать, чтобы Россия перестала быть феодальной страной? Потому что феодальный класс, он, так сказать, перелицевался в класс земледельцев, или, можно сказать, в истинных феодалов, которые вообще уже ничего не делают. То есть они не организовывают производство, вот, скажем, барин, он же должен был организовать производство в своей латифундии, правильно? А если это... уже землевладелец, мое дело вам вот, вам в аренду надо, хотите завод строить, давайте деньги, получите землю в аренду. Вам нужно пользоваться землей, платите деньги, пользуйтесь землей. А что я буду делать? А я буду собирать с вас аренду, с вас деньги за пользование. Короче говоря, это паразиты. Но это могучие паразиты, они имеют целый класс, который живет чужим трудом, и который держит в руках одно из решающих средств производства. Земля. Земля – это одно из решающих средств. От него зависит что? Все. Зависит продовольствие, от этого зависит жизнь людей. Поэтому здесь обойтись дело не могло без революции. И до самой революции какой формации надо было отнести российское общество? Феодальный. По какому принципу? Принцип деления на формации, как показывают современные исследования, состоит в том, чтобы знать, какой класс является правящим. Если правит класс землевладельцев, это феодализм. И до тех пор, пока правит класс землевладельцев, это еще феодальная общественно-экономическая формация, когда внутри уже базис другой. То есть нельзя так рассматривать дело, что вот дело вопрос о власти, прогнать ее от власти. Как вы прогоните ее от власти, когда у нее экономическая сила могучая? То же самое, если мы возьмем потом дальше смотреть будем движение формации капиталистической. Вот в феврале-марте 1917 года у нас и надстройка стала буржуазной.
И все пришло в соответствие. Вот так, как обычно рассказывают про общественно-экономические формации. Экономический базис и соответствующая ему политическая, идеологическая, юридическая надстройка. Все стало хорошо, в соответствии. И это было очень недолго в России. Считайте, это что? Это март, ну, апрель, март еще, мартовская революция февральская, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, ну и почти весь октябрь. 7 месяцев. Через 7 месяцев. А что происходило в это время? А дело в том, что буржуазия революция совершила, а свои интересы не обеспечила. То есть она так и не отняла собственность у землевладельцев. То есть объявлено было, что она теперь у власти, а землевладельцы власть не потеряли. То есть они потеряли политическую власть, а экономическая власть у них была такая, как и раньше была. По-прежнему они командовали на селе, в деревне. И во многом в городах, потому что и в городах тоже. Если частная собственность на землю, то там командует тот, у кого собственность на землю. И вот наступила революция социалистическая в октябре 1917 года. И в октябре 1917 года к власти пришел рабочий класс. Какая с этого момента началась формация? Коммунистическая. Почему? По какому принципу? По принципу тому, какой класс у власти. Если у класса стоит у власти, который, цель которого построить полный коммунизм, ликвидировать деление на классы, то началось становление коммунистической общественно-экономической формации. А где тут экономическая основа? Не получится, что вот базис-то решающий, базис-то какой? В декабре 1917 года он какой? Буржуазный или социалистический? Буржуазный. Не получится, что раз решающим является базис, что этих сметут, этих большевиков, вместе с их коммунистической властью, поскольку экономика же решающая сила. Но на что опиралась эта власть? Она опиралась на рабочий класс. Это рабочий класс у власти. А рабочий класс, он, это понятие какое? Политическое или экономическое? Экономическое. Экономическое, сугубо. Деление на классы – это какое деление? Это деление по положению в производстве. А что значит положение в производстве? Это место в исторически определенной системе общественного производства, там, в городе или в деревне. Это роль в общественной организации труда. Это отношение к средствам производства. Это размер и способы получения, то есть доля общественного богатства, которой располагает соответствующая группа. Поэтому по всем этим признакам рабочий класс был экономической единицей, и его интересы формировались в силу его положения не в коммунистическом производстве, которого еще нету, а они формировались его положением в капиталистическом, будучи в капиталистическом производстве, заинтересован в уничтожении капиталистического производства, то есть в уничтожении продажи своей рабочей силы и построении коммунистического общества полного. И в этом смысле интересы рабочего класса при смене власти с буржуазной на социалистическую или смены власти с буржуазной на пролетарскую не меняются. От этого, от смены власти. Он как был заинтересован в полном уничтожении классов, так он остается. Поэтому нельзя считать, что рабочий класс просто вот он получил политическую настройку. Но он опирается на свое положение в экономике, и поэтому он может начать становление нового строя. И становление нового строя начинается вот с установления уже политической власти. И получается не так, как при переходе от феодализма, капитализма. Не как капитализм, не так, чтобы вот коммунизм вдруг развивался в недрах, как некоторые думают, например, ПРФ на последних выборах говорит, мы будем создавать народные предприятия. Это как это понимать, народные предприятия? Надо сказать, что это с точки зрения и экономической, и политической, ну просто детский лепет. Потому что от того, что 200 человек соберутся вместе и создадут предприятие, оно народным не будет просто потому, что 200 человек – это не народ. Что это за малый народ такой в 200 человек? Не знаем. Таких народностей даже нету. Не только народ. Племен даже таких нету, которые 200 человек. Это просто анекдот. Это же, ну, это политический анекдот, потому что это, с этим люди ходили, выступали, писали, заявляли. Это говорит о глубокой неграмотности нашей, братьей политической. Вот. Даже если она прикрывает свою неграмотность, в общем-то, такими красивыми там красными бантами или красными какими-нибудь шарфами, на которых написано «народовластие». А «народовластие» – это лозунг Хрущева.
Это второе, так сказать. Это то есть предатели коммунизма. То есть мы предатели коммунизма за народные предприятия. Ну, что вы говорите? А что это такое? А это такое предприятие капиталистическое, которое представляет себе кооперацию. То есть мы с вами вот создаем кооперацию из 4 человек здесь присутствующих. Мы же сами будем работать, сами и продавать. То есть мы сами и рабочие, и капиталисты одновременно. Коллективный капиталист. Вот и все. Мы попадаем в среду, в конкурентную среду, возможно, мы разоримся. И основная масса таких кооперативов прогорает. А какие-то удерживаются. И эти кооперативы есть в разных странах. И ничего в них народного нету. Это просто коллективный капитал. Да сам капитал сегодня вообще тоже не индивидуальный, как правило. А что такое акционерное общество? Это общество, в которых совместная собственность. Вот если мы с вами 3 акционера, то у нас как бы совместная собственность. Только у меня 95%, у вас 1%, а у вас 4%. Вот мы с вами совместно владеем. Ну и кто определяет политику в этом акционерном обществе? Вы же вы понимаете, мы же соберем акционерное собрание, и я все решу на нем. А если вы не придете, и даже вообще мало придет, то вот второе акционерное собрание по закону собирается при любом количестве акций, которые присутствуют. Так что не беспокойтесь, все будет хорошо. С демократией, которая в области экономики. Таким образом, вот критерий начала, перехода. И поэтому нельзя просто стандартно рассматривать, что вот становление всегда одинаковое. А что такое становление социализма или становление коммунизма? Становление коммунизма включает все две противоположные тенденции. Переход капитализма в коммунизм, то есть это называется возникновение коммунизма, и переход коммунизма обратно в капитализм, который называется прехождение коммунизма. И вот сколько не, так сказать, преподавали у нас вот эту тему, она и шла таким образом. Возникновение и становление социализма. Я это хорошо знаю, поскольку мне пришлось, будучи кандидатом экономических наук, доцентом экономического факультета, преподавать на матмехе. Во-первых, во-вторых, на отделении экономической кибернетики на экономическом факультете. И во всех программах было записано именно так. Возникновение и становление социализма. Ну, во-первых, становление уже содержит возникновение. Это получается как баден-баден. Чего вы второй раз повторяете? Мы же не лохи. Это раз. А где прихождение-то? То есть как бы не было, а потом говорят, вот, развязали классовую борьбу. Она что, сама угасла? А как она, как может быть без классовой борьбы, когда у вас есть буржуазный уклад, капиталистический уклад, госкапитализм, у вас есть частнохозяйственный уклад, или мелкотоварный уклад, есть патриархальный уклад, и есть коммунистический уклад. Так они все борются. А в итоге, в ходе переходного периода, в результате такой уже экономической борьбы, прежде всего, побеждает уклад, если при правильной политической линии, уклад коммунистический. И никто, например, НЭП, который означал допущение капитализма в известной мере, не закрывал никогда. А зачем его закрывать? Вот если мы с вами представляем собой, вот у нас тут 4 уклада присутствуют, это будем считать патриархальный. 5-й он ничего, никого не трогает, с нами взаимодействие не приходит. Выращивает огурчики, сам съедает. Вот у нас 4 уклада. У меня коммунистический уклад, там он госкапитализм. У вас частнохозяйственное, у вас мелкотоварное. И вот я создаю предприятие, по мере налаживания полномерности делаю крупные предприятия, произвожу на них лучше продукцию, лучше и дешевле, чем у вас кого возьмут? Возьмут у меня. Вот вы моложе и красивее, а возьмут у меня. Станем продавать пирожки, сначала побегут к вам, а потом, когда узнают, что у меня дешевле на 10 копеек, сразу побегут ко мне. И это экономика, потому что тут... Поэтому зачем закрывать какие-то частные предприятия? Никто их никогда не закрывал. Ну, никто не будет покупать, и они закрываются сами. Вот как вы смотрите сейчас, есть было какое-то учреждение, там мелкое кафе, оно его нет уже. Было и всплыло. И вот у нас сплошь и рядом идешь, и не стало. Не говоря уже о том, что крупный сейчас капитал, вот он как раз не руководствуется тем, как делалось
большевиками по-умному, а он по-глупому делает. Берет и, значит, болгарками начинает это резать всякие ларьки. Зачем вы их режете? Если вы не можете сделать дешевле, чем в этом ларьке, то не трогайте ларек. А если вы можете сделать дешевле, чем в этом ларьке, то тоже не трогайте ларек. Они сами закроются. Чего вы волнуетесь? Ну, чего вы волнуетесь? Когда они отсюда уйдут, вам останется только эти самые... Эти помещения, как говорится, отремонтировать, забрать или снести и прочее. То есть нет никакой необходимости в этом. А если у вас такой коммунистический уклад, что вы не можете сделать более дешевый и более качественный продукт, то не надо изображать из себя коммунистический уклад. То есть, наверное, надо покопаться в себе и разобраться, что он написан, это коммунистический уклад, а на самом деле у вас никакого коммунистического уклада нет. Как вот сейчас. Вот сейчас бурно обсуждается у нас вопрос о стратегии. Какая должна быть стратегия? Вот сейчас вот Министерство экономического развития, какие-то форумы проходят, и есть закон о стратегическом планировании. Чего нет? Плана нет. Нет плана и нет программы развития России. Нету. Вообще нет ее. Чтобы она появилась, надо сесть и сделать ее. Не надо обсуждать. Нечего обсуждать. Вот если я напишу, я вот не так давно вместе со своим коллегой написал одну страницу, что нужно сделать для повышения темпов экономического роста. И эту одну страницу заслал на имя президента. И я получил кучу ответов. И от администрации несколько писем. Там, наверное, почта уже в страхе, что мне идут президентские письма с таким названием. Президентская, президентская, президентская. И мне несколько писем прислало Министерство экономического развития. И письмо мне прислало Министерство промышленности и торговли. Прислало мне письмо Президиум Академии наук о том, что и Президиум согласен, и Министерство промышленности и торговли согласно учтут. А Министерство экономического развития по всем пунктам не согласно, кроме одного, что надо сокращать рабочее время. Это дело коллективов. Если в коллективном договоре можете установить все хоть 10 часов в неделю рабочий день, никто не мешает вам это делать. Для этого у нас государство установило не более 40, а не 40. 40 у нас нету. У нас не 40-часовая работа, у нас не более 40. А сколько, это вы решаете со своим работодателем сами. Если у вас нет профсоюза и не умеете бороться, ну и ходите хоть. И работаете, сколько вы работаете. Примерно так это выглядит. Вот. Ну, а если не написан, вот вы можете посмотреть, зайти на Лена.ру или Красное ТВ, и там есть вот как раз там и письмо это есть, и есть это вот обсуждение, я по этому поводу выступление сделал. Но если вы не написали никакой программы и нет никакого плана, а план... Если у нас единый государственный сектор, и он охватывает по объему выпуска продукции 70%, ну, в рамках одного сектора частного можно писать план? Можно. Всякая крупная монополия имеет план? Неужели есть хоть одна монополия, ну, кроме России? Вот это, кроме российского государственного сектора, не имело бы плана. Вот отдельно плавают, как будто отдельные пароходы. Там Роснефть, Ростехнологии, Роскосмос. Вертолеты России, ну и так далее. Я могу долго перечислять. У нас есть самолетостроительная корпорация, так и двигатели строительные, и кораблестроительные. Ну чего у нас только нету. И все государственное. Это все государственное. Но они же как частные действуют. А как частные они набивают все большие зарплаты. Это как бы издержка. А то, что останется, отдают государству как прибыль. Вот и все. Поэтому от них особенно... Сейчас идет война за то, чтобы они отдавали 50% прибыли государству. А почему 50%, если это государственные предприятия? А почему не 100%, собственно говоря? Или, допустим, то, что они не расходуют на развитие, именно производство, на научно-технический прогресс, тогда дают наверх. А если расходуют, тогда можно у них это и не брать. Если вы сами поднимаете производство, темпы экономического роста, развиваете его, ну, оставляем это дело. Ну, а план-то будет, а план ничего никто не обсуждает. И программы нету. Министерство экономического развития и промышленности и торговли, и Академия наук, что они могут составить план развития всей страны? Нет, они ходят и форумы всякие, обсуждения в разных городах. Вот я тоже не понимаю, извините, что перебила смысл экономического форума. Я была в прошлом году на нем.
и обсуждения обсуждениями, там, возможно, какие-то связи, заключаются какие-то контракты, взаимодействие, сотрудничество, но чего-то такого общего, чего-то конкретного я там так и не услышала. Не ну, вы понимаете, что такое? Чтобы был план, что нужно делать? Проект. Надо поручить Академии наук, Министерству промышленности и торговли и Министерству экономического развития. Написать проект. Не надо туда, так сказать, впутывать Центробанк, потому что деньги потом. Потому что количество денег зависит от того, от объемов производства, правда? Как будет развиваться производство? Может быть, высокодоходное производство, есть немалодоходное. Может быть, высокие оценки, могут быть низкие. А у нас сейчас имеется трехлетка бюджетная. То есть, раз она трехлетка, уже на 3 года бюджет уже сформировали. И вы из него не выйдете, как будто вам сюда вот уже сделали этот металлический такой корсет, из которого вы не выпрыгнете. Если вот в пределах выделенных средств делаем только это. Так почему выделенные средства? За 3 года это можно увеличить это количество средств. Производительность труда-то растет. Где ваш научно-технический прогресс? Где умная экономика, о которой говорят и обещают? Где эти гигантский разворот научно-технической революции? Это все получается разговор. Все получается Сколково-Осколково. Ничего в единое, так сказать, не складывается. Есть вот такое очень интересное выступление, можно найти в интернете. Георгий Малинецкий. Это замдиректора Института прикладной математики в городе Дубна под Москвой. Он как раз разбирает эти все перспективы развития России и говорит по поводу Сколково. Ну, вы бы сказали, что вам надо сделать? Вы скажите, мы вам все сделаем. У нас же наукограды есть под Москвой, наукограды. Их несколько. Вы скажите, что вам надо, и вам все сделаем. Нет, они там слепили это Сколково, потом на уголовное дело завели по поводу того, сколько денег украдено в этом самом Сколково и так далее. Или как посадили на Роснано Чубайса, а он это единственный человек, который так много может зря истратить денег. Другой никто такой квалификации больше не обладает. Потом смотрит, что-то ничего от него толку никакой. А вы что думали, будет от этого какой толк? Толк только в том, что раньше он рушил всю страну, сейчас он рушит одно из таких перспективных направлений и тормозит технический прогресс в этой области, в той области, которая, казалось бы, на передовом краю должна быть научно-технического прогресса. Вот. Короче говоря, вот что бы ни было, какой бы этап ни переживали, мы должны всегда видеть, что происходит в становлении, что появляется, если новое, оно, значит, не только появляется, но, значит, есть тенденция, предположенная к тому, чтобы это исчезло. Это во всем проявляется. Нет ничего такого, что было бы связано только с таким постоянным только движением вперед. Без движения вспять, потому что в становлении есть и то, и другое. Это единство бытия и ничто. Возникновение и прихождение. Ну вот это я, можно сказать, рассмотрел, еще раз вернулся к предыдущей теме. А сегодняшняя наша тема – социальное изменение. Социальное изменение. Поскольку мы в этом курсе уже перешли к той части, где мы не просто делаем обзор, как это я делал в первой части, да, обзор всяких, так сказать, взглядов, позиций, философов по разным вопросам. И, в общем, этот обзор носит, скорее, исторический характер. А сейчас мы перешли к такой части, где мы не просто исторический характер, а где мы заниматься должны выведением. Выведением. И вот поэтому изменения мы тоже будем выводить, а не как и становление выводили. Ну, поэтому мы посмотрим, что дальше было, после того, как мы вывели становление. Становление – это единство, возникновение и прихождение. Когда мы так запишем и сформулируем, то нам это покажется очень красиво и приятно, но в нем тут куда-то делись бытие и ничто. Не получилось ли, что мы, двигаясь вперед, потеряли то, что уже было раньше добыто? А где бытие и ничто? В нем. Ну вот чтобы оно было не только в нем, мы это переформулируем. Что такое возникновение? Это
переход ничто в бытие, да? А я его переформулирую так, и вы не будете возражать, что это ничто, запятая, переходящее в бытие. Так? Не просто ничто, тогда не будет этого, а ничто, запятая, переходящее в бытие. А что такое прихождение? Это мы формулировали как? Переход бытия в ничто. Ну, давайте так запишем. Это бытие, переходящее в ничто. Правильно? Можно так записать? Поэтому опять у нас становление единства бытия и ничто. Но каких бытия и ничто? Ну, я бы сказал, таких реальных. То есть единственное ничто, которое есть в жизни, в любой, экономической, политической, идеологической, научной, искусствоведческой, чего хотите, это ничто, какое там бывает ничто, только как переходящее в бытие. Другого ничто нет. И поэтому, когда люди вот ломятся в открытую дверь, так говорят, да нет, не может быть никакого ничто. Его никакого просто так ничто и нет. Это вот то абстрактное ничто, с которого мы начинали, оно есть только для начала рассмотрения. А в начале рассмотрения я не могу сразу две стороны рассмотреть. Это хорошо, у меня есть два уха и два глаза. А вот так, чтобы у меня сразу две мысли было, пока еще таких людей не придумали. Поэтому все изложение диалектическое триадичное. Одна мысль, вторая мысль, положение, отрицание и отрицание этого отрицания. Возвращение к первому, и это уже будет бесконечное отрицание. То есть как утверждение, как бесконечное отрицание. Например, я могу сказать вначале, что такое спокойствие. Спокойствие и все. А вот истинное спокойствие – это когда мы понимаем, что не может быть спокойствия без отрицания того, что вас беспокоит. Правильно? Ну вот, рассмотрим теперь то, что вас беспокоит, и подвергнем его отрицанию. И тогда вы вернетесь снова к спокойствию. Но к какому спокойствию? Как? К постоянному, равному самому себе беспокойству. То есть кто может быть истинно спокойным? Тот, который умеет отрицать все то, что его беспокоит. И это он должен делать постоянно, а не думать, что он может все, что его беспокоит, как бы искоренить. Искоренить это невозможно. А вот постоянно, так сказать, отрицать то, что является беспокоением, то есть, соответственно, иметь ответное отрицание, вот это обязательно. И никакого другого спокойствия не бывает. Иначе человек просто иллюзия такого спокойствия у него есть, потом что-то случается хуже. Вот и здесь. Бытие – это тоже реальное бытие, это такое бытие, которое переходит в ничто. Правильно? Если я живой человек, это что значит, что я умру? Но есть лекарство против смерти – не родиться. Это лекарство абсолютно надежное, испробовано, действует безукоризненно. А если вас угораздило родиться, ну тогда вы должны понимать, что лекарство потом, чтобы вы родились и не перешли в ничто, ну просто нету. И вот, вот когда люди живут в таких иллюзиях, они потом как-то какие-то удары судьбы такие все воспринимают. Когда у них ударяют? Когда вы думали, что судьба только и носит вас вот на крыльях, она вас лелеет. А если вас наоборот долго никто не бил по голове, значит, вы должны обеспокоиться, что-то ненормально идет. Что-то или вы не дорабатываете, или что-то случайно что-то не так складывается. То есть если никто вам не противодействует, вы, возможно, ничего хорошего не делаете. Потому что если вы что-то делаете хорошее, вам точно будут и хорошие действительно для людей, точно получите сопротивление. Я правильно рассуждаю? А если вы долго не получаете сопротивление, не туда идете. Что-то вы плывете по течению. А течение, знаете, как канализация тут идет? Вот плывете вместе с этой самой, со сливом куда-то двери. Нет, так не пойдет. Поэтому человек, так сказать, спокойный внутренне, это не тот человек, который не вступает в борьбу, а для которого борьба есть постоянно его состояние. Ну вот представьте себе, скажем, военных наших, которые воевали с фашистами. Вот они воевали добрых почти 5 лет, так? 4. Ну, 4. 4 года воевали. При этом за 4 года они... Сколько зим прошло, в которых они воевали? Так? И как? И сколько смертей увидели они? И что они не играли на гармошке, и на привале они не шутили, не смеялись, а были мрачные. Говорят, у нас кругом смерть, мы все умрем. Давайте вперед. Пойдем вперед. Правда, песни такие были революционные. И как один умрем в борьбе за это? Ну, как-то имелось в виду другое, наверное.
что мы готовы умереть за это дело, но не так, чтобы уж все мы умрем. Все готовы умереть, но мы не знаем, кто выживет, но если бы мы вообще все умерли, то тогда вот какого-то смысла бы не было в этом. Но это песня. В песнях по-разному бывает, это же не наука. Не будем придираться. И вот здесь, когда мы говорим о вот этих категориях, вот такая формулировка или изменение формулировки очень полезная. То есть возникновение – это ничто, запятая, переходящее в бытие, а прихождение – это бытие, переходящее в ничто. Вот мы это написали, получилось изменение по форме. А теперь посмотрите по смыслу, что получилось. Бытие – ничто, разность бытия – ничто, становление исчезает. Одни вдруг бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. Сразу стало видно, да? А раз они переходят друг к другу, то их разность исчезает. Разность не в математическом, там, арифметическом смысле, тут его не может быть. А в том смысле, что они разные. Разность их исчезает, потому что они переходят друг к другу. А становление это есть только благодаря этой разности. Но если бы не было разности бытия и ничто, если бы они не были разными, то не было бы и становления. Значит, какой вывод? Значит, исчезает и становление. И все. Достигнуто нашим учительным трудом на прошлых занятиях, и прежде все пропало. О чем я вас должен поставить в известность. Так вот, все, нету больше становления. Но, вот откликаясь на ваш возглас и учитывая особенность диалектики, я сказал, не волнуйтесь, все будет хорошо. Все будет хорошо, мы должны только осознать, что значит исчезло. Исчезло, значит, отрицает себя. Произошло отрицание того, что было. Надо разобраться с тем, что значит отрицание становления. Правильно? То есть более глубокая вот формулировка, не просто исчезновение, а отрицание. Что значит отрицание становления? Становление – это было беспокойное единство бытия и ничто. Правильно? Вот тут в этом отрицании надо выделить два отрицания. Надо разобраться, что есть отрицание и спокойствие, и что есть отрицание и единство. Что есть отрицание беспокойства, и что есть отрицание единства. Что есть отрицание беспокойства? Спокойствие. Спокойствие. Тут вроде не проблема. А вот что это такое отрицание единства? Вот если я скажу, что у меня есть единство с самим собой, как вам это понравится? Непонятно, да? И даже странно. Ёлка едина с ёлкой. Палка едина с палкой, я един с собой. То есть, когда осмысленно говорить о единстве? О единстве говорят тогда, когда есть не что-то одно, а что есть многое, и оно является при этом единым. Вот у нас, может, единство позиций по обсуждаемому вопросу. Единство. Чтобы осмысленно говорить о единстве, надо предполагать многое. Поэтому, когда говорят единство, то что является противоположностью единства? Вот такое что-то, которое не множественно. А какое тогда, если не множественное? Ну, это вот так сразу не додумаешься. Поэтому отрицанием единства является простота. Простое. Потому что если единство, то это непростое. Если нас там... У нас единство взглядов, мнений, позиций по обсуждаемым вопросам, то у нас тут слишком много, чтобы говорить о простоте. А вот отрицанием единства является простота. В итоге мы получаем, что отрицание становления – это спокойное и простое. Что спокойного? То, что есть, то, что получается, то есть то бытие, которое получается, раз оно отрицание, это оно есть. Вот это есть, это бытие, это спокойное и простое бытие. Как назвать спокойное и простое бытие, которое является результатом отрицания становления? Наличие. А? Наличие. Это вы, как говорится, не сами придумали, а я знаю, да, и посмотрели у Гегеля. А Гегель что сделал? Он тоже взял, смотрел в истории философии, где не находил, то он ставил какую-то соответствующую категорию. Как человек, который строит систему, он где-то может взять
элементы, кирпичи из предшествующего развития науки, а там, где кирпичей нет, он не обуреваем тем, чтобы создавать какие-то новые определения, которые доселе были никому неизвестны, а он достраивает это здание логическое с помощью тех категорий, которые он вводит. Но он вводит так, чтобы они в этой системе не были проще, чем те, которые перед этим, и не были сложнее, чем те, которые потом. Правильно? То есть он же в системе же делает. И вот тут на этом отрицании становления надо остановиться. Что такое отрицание, становление? Всякое. Вот здесь мы должны запомнить, как вот мы раньше говорили, когда мы рассмотрели противоположные движения в одном движении, это моменты. Должны запомнить это на все другие случаи логические. Так здесь мы должны запомнить, что отрицание в диалектике всегда является каким? А таким отрицанием, которое удерживает то содержание, которое отрицается. Если я вот оттолкну, вот все, смотрите, вот у меня тут некоторые у меня записи для чтения лекций. Я их отрицаю. И что? Ну, они все остались в этом отрицании. Ладно, я тогда в другую сторону опять остались. Я их туда. Я их сюда. То есть отрицание в диалектике всегда берется с сохранением содержания. Поэтому отрицание с удержанием. К сожалению, вот я вот лекции читал разведопрос такой делал у Пучкова, Гоблина. И там все хорошо получилось, но при расшифровке текста, поскольку звучит очень похоже, написано, что снятие – это сохранение содержания. Как будто вот, знаете, как это? Сохранить бывает в машине. Сохранить содержание. Нет, это сохранение с удержанием, то есть сохранением того содержания, которое до этого. Значит, вот у вас есть родители. Если у вас есть родители, то вы-то не родители, они ваши родители, а не вы. Поэтому вы их отрицание, правильно? А какое вы их отрицание? С удержанием того удержания, которое было в родителях. Это проявляется и в знаниях, и в характере, и в поведении. И в чем только не проявляется. Иногда бывают вылитые копии родителей, иногда бывают смешанные, иногда бывают прохожего молодца. По-всякому бывает. Вот, например, у меня есть внучка, которая, значит, дочка моего сына и его жены, которая наполовину арабка, приехала из Египта. Ну, соответственно, моя внучка на четверть египтянка. Значит, мама ее с характерными чертами, соответственно, с волосом, такая тонкая, шея и так далее, довольно смуглая. Карие глаза. Сын тоже у него карие глаза. А внучка моя светлая-светлая и с голубыми глазами. И только, значит, немножко носик такой, чуть-чуть пушкинский. Так, вот. Только в этом проявляются там, сказать, какие-то ее элементы. Ну, естественно, она черты, которые были у родителей, и не только у родителей, и дальше. Поскольку родители является отрицанием, содержанием того, что было у дедушки, у бабушки и так далее. И даже когда это на хромосомном уровне начинают проверять, то выясняется, что, вот, например, цвет глаз там, и образ, он зависит не только от того, какие были гены у родителей, но и у родителей-родителей и так далее. И вообще всякое движение, всякое отрицание есть отрицание чего? Того, что отрицается. А раз есть прикосновение к тому, что отрицается, то это соединение с тем, что отрицается, и поэтому это и есть сохранение этого содержания. То есть вот можно сказать теперь так. Вот это вот отрицание с удержанием, с сохранением прежнего содержания называется, оно, ну, в нем уже, конечно, оно не наружу, а в нем оно где-то внутри есть. Называется снятие. Можно сказать так, наличное бытие
есть результат снятия становления. Вот мы получили категорию наличного бытия и можем с ней работать дальше. Наличное бытие – это результат снятия становления. Наличное бытие – это результат снятия становления. Давайте рассмотрим это наличное бытие. Значит, наличное бытие налицо имеет только бытие. Но раз оно результат снятия становления, значит, в нем есть и становление. Но оно не налицо, его не видно. Вас это удивляет? Не удивляет. Вас удивляет, что мой желудок вам не виден? Но вы сомневаетесь, что у меня есть? Не сомневаюсь. Если сомневаетесь, пойдем кофе пить. Если не сомневаетесь, отдельно пойдем. Вы свое, я свое. То есть, это обычное дело, когда налицо нет того, что есть там, вот, что человек сейчас думает, что у него в голове. Это не всегда налицо, правильно? Мы говорим о внутреннем мире человека, о чем угодно. Не только о внутренних органах, но и о внутреннем мире, духовном. Поэтому и здесь всякое наличное бытие, раз оно результат снятия, становления, но налицо оно выступает как бытие, как спокойное и простое. А где эта вот борьба-то этих противоположностей, где это бытие? Она пропала, что ли? Не пропала, она в нем. Вот костер горел. Потом, когда он затухает, что происходит? Вот угли красные, да? Красные угли. Когда костер горит, температура горения где-то порядка 500 градусов. А вот когда у вас уже образовались угли, когда пора уже чистить эту картошку в печи, у вас уже красные угли, у них температура 1100. А потом сверху пеплом все покрывается, то есть мелко тут все перегорело, и уже у вас здесь не уголь сверху покрывает, а пепел. И вот пепел может быть даже холодный, вы рукой можете дотронуться, но он теплый, а внутри нестерпимый жар, 1100 градусов. На лицо пепел. А в нем жар, жар под пеплом. Так и здесь. Вот есть налицо, а становление в нем. А в становлении есть ничто. Значит, в наличном бытии есть ничто. Согласны? Ну, вы такое раньше видели? Чтобы в наличном бытии было ничто. Сознайтесь, не видели. А раз не видели, это новенькое. А новенькое надо новое название. Для ничто, которое не просто ходит так вот, на равных с бытием, бытием, ничто, ничто, бытие. Нет, оно упаковано уже вот в этом наличном бытии, и оно в нем. Вот для такого ничто, которое в наличном бытии, припасено специальное название. Как называется ничто? Ваша лекция. А? Это ваша лекция. Как? Это ваша лекция. Вы сказали тоже. Что-то я не понял. Как называется такое ничто, которое в наличном бытии? Небытие. Небытие. Вот. Видите разницу? То есть, когда говорят небытие, имеет в виду обязательно такое ничто, которое в бытии. Ну, как, например, различается так. Вот, можно сказать, женщина, а можно сказать, замужняя женщина. Когда говорят «замужняя женщина», то в содержании замужней женщины сидит, заложен муж. Правильно? Или говорят «женатый мужчина», ну, если женатый, ясное дело. Когда говоришь «муж», имеешь в виду жену. Когда говоришь «жена», имеешь в виду мужа. А все думают, что когда говоришь «муж», имеется в виду муж. Ну, это смешно. Муж, муж, муж. Жена – это жена. Какая-то елка – это елка, бревно – это бревно. Это такая бессодержательная вещь. Так вот, поэтому небытие, оно относится к наличному бытию. Оно же внутри, в нем. Поэтому вот это небытие, которое принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, называется... Ну, давайте, раз у вас хорошо получается. Что? Не хочу, потому что я так не знаю. Я занимаюсь лекцией.
Что-то так плохо воспринимаю. Как-то я хотя думал, вы там скажете одно слово, а вы столько слов, что у меня сразу определенность. Вот, это понятно. То есть кажется, что надо много сказать, а надо сказать мало. Потому что такое небытие, небытие принятое в наличное бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия, называется определенностью или наличного бытия. Бывают определенности и другие, но вот это количественная определенность потом будет. А сейчас это определенность наличного бытия. Вот мы пришли к понятию определенности. Раз мы пришли к понятию определенности, что хочется нам сделать? Рассмотреть то, к чему мы пришли. Правильно? И мы начинаем рассматривать то, что мы к чему пришли. А раз мы его рассматриваем, то оно есть. Согласна? Если вот вы меня рассматриваете, то я есть. Уже никак вы не скажете, что меня нет. Вот если бы вы отвернулись от меня, вы бы сказали, вас нет, я отвернусь. Я бы начал доказывать, а вы специально не поворачиваетесь, чтобы не увидеть. Но если уж вы на меня смотрите, то уж точно я есть. Вот, поскольку, значит, определенность есть. А раз она есть, то она уже не небытие, а имеет форму бытия. Берется как положительное, как бытие. Так вот, качество взятое, определенность взятое не так, как она есть, а взятое как бытие называется качеством. Определенность, взятая как бытие, изолировано само по себе, называется качеством. Качество. Ну вот пример. Вот. Вот вы умная женщина, да? А если я возьму ваш ум, это вы или не вы? Нет. Ну, не вы, потому что вы это вот в целом все. А это ваше качество. Но это качество как бы от вас оторвал. Mm-hmm. Это не вы. Это лишь ваш ум. А Исаал рассматриваете уже вы-то. Вот умом вашим займемся. Это у нас предмет интереса. Будем изучать ваш ум. А кто вы, что вы? Это сейчас в тени, по крайней мере, не на переднем плане. То есть вот это вот рассмотрение чего-либо через, как говорят, качественный анализ, который очень часто люди, которые дальше не прошли, вот даже того, до чего мы дошли сейчас, они, это для них верх. Мы пользовались в своем исследовании качественным анализом. Еще бы не хватало, чтобы вы вообще и качественным не пользовались. Чтобы вы не рассматривали какие-то качества, которые есть. Ум, рост, вес и так далее. Все это надо рассматривать. Ну, давайте рассматривать это качество, раз оно есть. Качество рассматриваем. Что вы можете сказать про качество? А раз оно есть, то что про него можно сказать? Раз оно есть, то оно бытие. Какое? У нас современное уже бытие. Мы на каком уровне с вами стоим? На уровне наличного бытия. Поэтому мы не возвращаемся назад к тому бытию, там, чистому, а это, или просто к бытию. А это наличное бытие. Значит, качество есть наличное бытие. А раз наличное бытие, качество, так негоже его рассматривать только как просто как безразличное какое-то бытие. Мы должны его взять как бытие по отношению к небытию или к ничто. Становление это. В наличном бытии есть становление, значит, надо взять его как бытие по отношению к ничто и как ничто по отношению к бытию. И вот качество, взятое как бытие по отношению к ничто, называется, знаете как? Реальность. Реальность. Вот одно время с легкой руки такого кандидата в члена Политбюро Пономарева такая была опущена версия понимания социализма как реальный социализм. То есть человек хотел сказать что-то вроде бы как хорошее, реальный социализм. Но у него получилось, что, дескать, хотели построить социализм, но получился реальный. То есть что-то не то получилось или не получилось. Потому что уже на этом слове «реальный» есть отблеск его отрицания. Реальный. Дескать, так-то вы хороший человек, но в реальной жизни вы на меня все время накидываетесь, и вообще злая. Ничего себе, значит, это реальность. А что дальше? А до этого что было? То есть как-то противопоставляется. То есть вот есть реальность, которая противопоставляется отрицанию, и это же качество может быть рассмотрено как отрицание. Например, я вот говорил, что вы умная, да? Вот, могу по-другому сказать, вам меньше понравится. Она, вы знаете, она не дура. Ну, это вот вроде бы как не оскорбительно для вас, но как-то вот надо еще искать дуру,
поставить ее сюда, говорить, вот она не такая. Это та возможная форма. Можно сказать, а вы смелый или не трус? Как вам лучше сказать? Лучше смелый, правда? Ну, что значит нет? Начну говорить, что он не трус, не украл, не зарезал никого, не убил. Он не террорист. И все, что вот все эти, вот все отрицательные воспоминания, какие только есть у меня в голове, я сейчас соберу и буду со словом «не» вас. Все, как только вас увидят, будут убегать в следующий раз. Потому что это сомнительно. Если про него сказали, что он «не-не-не-не-не», это очень уже сомнительно. Очень сомнительно. Вот сейчас пытаются доказать, что Никитин не террорист, никак не получается. Которого сняли с самолета, потому что у него внешность такая характерная. Но он ислам принял, так что сам себя приспособил. Хотел такую внешность, чтобы тебя можно было принять за террориста. И получил. Неудивительно. Так, вот получилось, у нас есть реальность отрицания. И что у нас в итоге получилось? Мы сейчас занимались определенностью наличного бытия. У нас есть наличное бытие и определенность его в двух видах. В виде реальности и отрицания. Три объекта. Логических. Три. У вас голова не заболела еще? Ну, уже может заболеть. Три объекта на рассмотрение. Вот чтобы она голова не болела, надо это дело сворачивать как-то. Сейчас будем сворачивать. Рассмотрим реальность. Реальность есть? Угу. Во-первых, она неотличима от наличного бытия тогда. Правильно? Наличное бытие тоже есть. Поэтому реальность, наличное бытие. Снято различие реальности и наличного бытия. А еще в реальности есть и отрицание. Почему? Потому что она есть, она наличное бытие, а в наличном бытии есть ничто. А ничто наличного бытия есть отрицание. Значит, ничто реальности есть отрицание. Значит, в реальности есть отрицание. Берем отрицание, оно есть. А значит, в отрицании есть реальность. Значит, снято различие реальности и отрицания. И получилось, и отрицание есть, а снято различие отрицания и наличного бытия. И снято различие реальности и отрицания. Все различия сняты. И все страхи наши, что три уже объекта, три настроя и три объекта, все мы теперь одно целое, мы сейчас проводим занятие по философии одно. Как оно это одно называется? Это такое наличное бытие, в котором снято различие реальности и отрицания и определенности и наличного бытия. Это наличносущее. Чувствуете разницу? Наличное бытие или наличносущее? В чем разница? А вот слово «сущее» здесь как раз показывает на снятие вот этого различия между реальностью и отрицанием. Почему? Между определенностью и наличным бытием. Потому что слово «сущее» отвечает сразу на вопрос и о том, что это и какое. Сущее – это что? Сущее, да? А можно сказать, это какое? Сущее. Можно? Вот и снято различие. И так, и так. По поводу сущего скажу сказать, что очень, особенно в среде философов, присутствует такое вот, ну, я бы сказал, философское пижонство. Слово «сущее» употреблять где надо и где не надо. Давайте поговорим о сущем. Не о существующем, а о сущем. Что это значит? И это говорится всегда с придыханием, и так, чтобы вы смертные, вы же не философы, вы простые журналисты, там, и геологи. Ну, что вы можете понять в этом деле? Но на самом деле сущее означает не что иное, как непосредственное. Вот эта вот вода, которая перед вами, она не просто бытие, она ваша сущая вода. То есть она прямо перед вами. Открутили и попили. А вот у вас есть деньги, считайте, что это тоже вода. В том смысле, что вы дойдете до магазина и купите себе еще воды. 3 бутылки, 5 бутылок, 10 бутылок. Но это не сущее. Она посредством вот этим вашим движением, доставанием кошелька или карточки, расплачиванием. А это сущее. Вот тетрадка, которая перед вами, это сущая тетрадка. И телефон у вас сущее. А все, что у вас там дальше в сумке лежит, это не сущее. Это надо доставать. Она есть, но не на лицо. Не сущее. Вот эта ручка, этот ключ, это вот это вот, мои материалы, это сущее. А вот у меня тут еще есть то, с чем у меня другие всякие причиндалы. Это не сущее, но они есть, они мои. Но это не сущее. Вот и все. То есть сущее – это то, что непосредственно.
Не где-то там за стеной или рядом, или еще требуется туда идти, или залезать, или доставать. А то, что... Вот хлеб насущный, это какой хлеб? Не тот, который в магазине есть, а тот, который вот у вас есть сейчас. У вас есть хлеб насущный? Сейчас у вас нет хлеба насущного. А может и есть, я не знаю. Нет, сейчас нету. Вот если бы он тут лежал, да, вот он насущный. А хлеб это, который надо молоть, или надо идти даже в магазин, он не насущный. Насущный, который у вас за столом. Вот. Вот хлебный. Вы разложили хлеб, отрезали от него, вот хлеб насущный. То вот такое отношение должно быть к категории сущие. Так вот, налично сущие уже у нас, наличное. Бытие с определенностью или определенное наличное бытие – это налично сущие. У нас же снято различие между наличным бытием и определенностью, значит, у нас есть определенное наличное бытие. Или, короче, налично сущие. Гегель, видимо, он предвидел, что наша молодежь будет требовать все время короче говорить. И он начал говорить коротко. Например, определенное наличное бытие он сначала сократил до налично сущего. Ну, подумал, и наличное сущее тоже сократил. Чтобы удобнее было потом с него начинать, продолжать, нам же нужно вот категорию не просто вот, так сказать, показать, какая она сложная, а надо ее взять как насущную, как непосредственную, и пойти от нее дальше. Поэтому лучше бы ее упростить. Он еще ее как бы сократил и назвал «нечто». Определенное наличное бытие, наличное сущее или нечто. Чем хороша категория нечто? Хороша она тем, что в ней выражено и то, что она положительная. Это же положительная категория. Скажем, пришли вы в музей, увидели картину, говорите, ну это нечто. Что нечто? Что вы этим хотим сказать? Ну что-то такое очень хорошее. Правда? Не отрицательное же. Все, хотя и слово «ничего» тоже может выражать чисто положительное. Например, ну как живете? Ничего. А что ничего? Ничего хорошего или ничего плохого? Чего у вас ничего? А если уж очень хорошо живете, ну ничего себе, как вы живете. Ничего себе. А все нам, да? Раз себе ничего, давайте себе все сюда, а вам ничего, себе. То есть вот русский язык, он и любой другой язык развитый, он диалектичен. И поэтому такого жесткого разделения на бытие и ничто, раз они переходят друг к другу, вот они и переходят. В том числе и слова, в том числе и по смыслу. Ничего, понимаете, что ничего такого не случилось, чтобы тут печалиться, правильно? Ничего. Но это не договаривается, но это подразумевается. А здесь, вот, когда говорит нечто, это оно впереди нахально стоит не отрицание, ничто. А в целом берется как бытие. Это какое бытие? Определенное наличное бытие. Это удивляет вас? Вас удивляет, что у вас, вот страница у вас какого цвета в тетрадке? Белый. А чего вы их портите этим вот этими записями? А вот только эти записи дают определенность вашему тексту, правильно? Если бы вы белым по белому писали, то, в общем, итоги записи были бы положительные. А вот тут доска. Чтобы было что-то определенное, надо по-белому писать черным. А если бы черная была доска, мы бы писали мелом, правильно? Вот. И если вы сейчас вот пойдете, захотите выпить стакан чая и положите туда сахар и размешаете, то сахар, который вот вы размешаете, он растворится в воде. Это сахар в чае, правильно? Сахар – это чай? Значит, если не чай положить в чай, то будет сладкий чай. Чувствуете? А если вы не положите отрицание чая в чай, он будет просто чай, а не определенный чай. А если лимон, который не чай, положить в чай, будет чай с лимоном. То есть определенность чаю дает. Ну и дальше уже с таких определенностей много пойдешь в буфет, там и с бергамотом, и с мелиссой, и чего там только нету, и все. Иногда даже чая нету уже, и чай выбросили оттуда. И остались одни травы. Это уже совсем не чай. Ну, раз это не и что, это одно, в одном, в единстве находится, ну, они противоположны. Что и не, противоположны же, правда? Поэтому как они могут находиться в единстве противоположности?
Great for us. Ну как они могут находиться в единстве? Что, неправильный вопрос задал? Как могут находиться в единстве противоположности? Противоположности в единстве? Да. Отвечаю, противоположности в единстве могут находиться как борющиеся противоположности. Как борющиеся. Вот есть «не», есть «что», и они борются друг с другом. Но эта борьба отражена в такой формуле «нечто». Вот смотрите, вы вот все время портите свою белую эту тетрадь. А белая она, оно, конечно, противостоит. Противостоит же оно этому вашему темному, чем вы заполняете белую. Вообще вы портите белые страницы все время. И только это дает им содержание, определенность. Правильно? Ну вот давайте рассмотрим это нечто теперь. Определенное наличное бытие или нечто. Что вы про него можете сказать? Во-первых, что оно есть. Во-вторых, раз оно есть, то оно бытие. Какое? Наличное. А раз оно наличное, значит, оно есть снятое становление. Правильно? А в становлении есть и бытие, и ничто. Значит, надо... Значит, в себе это вот нечто наше, это становление моментами, которого должны быть два нечто. Из них один момент нечто, как положительное, другой нечто, как отрицательное. Нечто, как бытие, и нечто, как ничто. Это оно в себе такое. Это мы добыли из того, что пошли назад. Что раз оно в себе содержит становление, оно и развернется, как становление. Но оно еще не положено, говорит Гегель. То есть мы это уже знаем, но еще не положено. Вот Маркс знал, что будет коммунизм из капитализма. Ну, при Марксе и при Энгельсе коммунизма не было. Вот при Ленине уже был в начальной стадии, да, в переходном периоде. А при Сталине был не только в переходном периоде, построенный был коммунизм в первой фазе. А тут вот мы заранее можем сказать, что вот это самое становление развернется как такое нечто моментами, которые являются два нечто. А налицо у нас только одно. Значит, про второе мы еще ничего не сказали. Давайте хоть имя ему дадим. Как другому нечто дать? Какое имя? То есть нечто надо рассмотреть уже будет, как становление. Как назвать другую сторону нечто? И другое нечто, которое было моментом становления. Себе бытие. А? Себе бытие. Нет. Предлагаю другое нечто назвать другое. Есть нечто, есть другое. Кому не нравится другое, назовите иное. Это синонимы. Иное. Нечто иное. Итак, нечто иное. Значит, нечто мы уже с вами рассматривали. Что мы не рассматривали? Нечто по отношению к иному. Нечто по отношению к иному есть иное. Согласны? А иное тогда выступает как нечто. И безразлично, что брать за нечто, а что брать за иное. Безразлично, что брать за нечто, а что брать за иное. И вот мы рассмотрели нечто само по себе, рассмотрели нечто по отношению к иному. Нечто по отношению к иному есть иное этого иного, а иное тогда выступает как нечто. И единственное, что мы не сделали, и что нам предстоит сделать, рассмотреть иное не по отношению к нечто, а само по себе. Это такая важная задача, что мы ее будем делать только после перерыва. Хорошо отдохнув. Будем рассматривать иное по отношению к иному. Перерыв.